Однако при развороте на обратный курс машина была подбита боевиками с земли и упала в районе подконтрольном правительственным войскам. Оба летчика представлены государственным наградам посмертно. Интерфакс со ссылкой на свои источники сообщает, что стреляли по вертолету из-за американского оружия из тяжелого противотанкового ракетного комплекса «Тоу». В Сирию их поставляют с 2013 года, причем делают это не только сами США, но и страны Персидского залива, ранее получившие такие ПТРК от Вашингтона. Поставляют оружие для умеренной оппозиции, однако на деле немалая часть ТОУ попадает в руки террористов.